вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіться у гэтым выпуску. Прем'єр-міністр Беларусі Андрей Кабякоў на гэтым тыдні з рабочай паездкай наведаў Гомель. Прыёмы ў рэгіёнах правялі спецыялісты адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сваё свята адзначылі сапраўдныя мужчыны. З нагоды Дня абаронцаў айчыны ля памятных месцаў і мемарыялаў прайшлі ўрачыстыя мітынгі. Аб тым, як падрыхтавацца да Вялікдня і якія існуюць правілы і паслабленні падчас Вялікага посту, у актуальным інтэрв'ю раскажа епіскап Гомельскі і Жлобінскі Сцяфан. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. На гэтым тыдні Гомель з рабочым візітам наведаў прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў. Асноўныя пытанні, якія былі разгледжаны з прадстаўнікамі мясцовай улады, тычыліся перспектыў жыллёвага будаўніцтва да 2020 года. Як адзначыў Андрэй Кабякоў, агульнаэканамічная палітыка Беларусі накіравана на тое, каб у 2020 годзе кошт аднаго квадратнага метра жылля для ўсіх катэгорый грамадзян параўнаўся з сярэдняй заработнай платай. Ён падкрэсліў, што ў гэтым напрамку добрыя вынікі демонструюць сфера будаўніцтва Гомельшчыны і, ў прыватнасці, Гомельскі домабудаўнічы камбінат. Прадпрыемства выйшла на зніжэнне кошту аднаго квадратнага метра дзякуючы скарачэнню затрат у будаўніцтве. Стоимость квадратного метра жилья с государственной поддержкой Гомельская ДСК строит $260. 303 – это то, что на коммерческой основе, это то, что предлагается для свободной реализации. Я думаю, что многие граждане, услышав такие цифры, в других областных центрах и в столице, в общем-то, я думаю, будут приятно удивлены. Причем хочу сказать, что это сделано не за счет каких-то искусственных натяжек, каких-то дополнительных поблажек или чего-то еще. Это просто делается за счет того, что люди своевременно, правильно провели модернизацию. Па словах Андрэя Кабякова, станоўчы вопыт Гомельскай вобласці ў сферы будаўніцтва трэба распаўсюджваць ва ўсіх рэгіёнах. Азначым, што новы дом з самым танным коштам квадратнага метра ў краіне Гомельскі домабудаўнічы камбінат увёў у эксплуатацыю летам мінулага года. В предыдущем году нами построены дома с госзаказом со средней стоимостью метра квадратного по подрядным работам с ценой 5 миллионов 600 старых недемированных рублях. Это цена по госзаказу, где нет затрат застройщика. В целом, если строится жилье долевое коммерческое, затраты застройщика, не входящие в сметную стоимость, дополнительно дают еще 2 миллиона рублей, в среднем 1,5-2 миллиона на метр квадратный. У мэтах захавання тэмпаў жыллёвага будаўніцтва, у тым ліку з дзяржпадтрымкай, кіраўніцтва краіны працуе і над іншымі пытаннямі. Сярод іх прыцягненне ў жыллёвае будаўніцтва крэдытных рэсурсаў камерцыйных банкаў. Згодна з планам будаўніцтва жылля да 2020 года будзе паступова зніжацца ўзровень працэнтных ставак па банкаўскіх крэдытах, якія прадастаўляюцца на агульных умовах. Так, па выніках 2017 года плануецца выйсці на ўзровень 17-18% гадавых. У 2020 годзе да 9-11% гадавых. Падчас рабочай паездкі Андрэй Кабякоў таксама наведаў дзіцячую абласную клінічную бальніцу. Рэканструкцыя вядзецца па даручэнні прэзідэнта Беларусі з 2016 года, увод запланаваны на ліпень 2018. Па словах мясцовых кіраўнікоў будаўнічай галіны, усе работы на аб'екце вядуцца ў адпаведнасці з планам. У прыватнасці, тут будуюцца адразу некалькі новых медкарпусоў, таксама будзе адноўлены будынак існуючай дзіцячай бальніцы. Пасля рэканструкцыі установу ўкамплектуюць сучасным медыцынскім абсталяваннем. Працягваем выпуск. 7680 чалавек у Гомельскай вобласці заплацілі збор на фінансаванне дзяржвыдаткаў па стане на 23 лютага. Такія дадзеныя прывялі ў абласной падатковай інспекцыі. Пры гэтым падатковымі органамі вызваленыя ад выплаты збору 15 тысяч чалавек і рабочымі групамі ў выканкамах больш як 1500. Нагадаем, пры падатковых інспекцыях усіх раёнаў вобласці працуюць штодзённыя прамыя лініі. Працягваюцца і асабістыя прыёмы. Інформацыя пра месца і час іх правядзення, а таксама нумары тэлефонаў гарачых ліній, размешчаны на галоўных старонках афіцыйных сайтаў гар райвыканкамаў.
На гэтым тыдні працягнуліся выязныя прыёмы грамадзян кіраўніцтвам адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У Гомелі і ў Будакашалёве з жыхарамі рэгіёна сустрэўся начальнік галоўнага ўправлення па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб Рыгор Шлык. У Гомелі на прыём прыйшлі каля 80 чалавек. Такая колькасць звярнуўшыхся тлумачыцца тым, што тэматыку прыёму нейкім адным накірункам вырашылі не абмяжоўваць. Пры гэтым пытанні рэалізацыі дэкрэта нумар 3 і уплаты збору на компенсацию державных расходов основными не были. Гамельчан хвалявали пытание оплаты коммунальных послуг, кошту леков. Значная частка проблем, с якими пришли на прием гамельчане, тычилася земельных спречек. А прача того, нехто не згодны со звольнением, нехто жадая полепшить жилевые умовы. Тем часом, наибольш распаўсюджаная тема зворотов у Будакашалёве – приватизация жилья. Основных причин две. У свой час до 70% побудованного сельгаспредприемства просто не регистровали у бюро технічнай інвентарызацыі. А пасля некалькіх праведзеных рэарганізацый знайсці ўсе неабходныя дакументы немагчыма. Апрача таго, людзі не заўсёды пагаджаюцца з коштам прыватызуемага жылля. Тэма рэалізацыі дэкрэта нумар 3 ў Будакашалёве галоўнай таксама не была, што можа сведчыць у тым ліку і аб эфектыўнасці дзейнасці створанай пры райвыканкамі рабочай групы. Зараз з просьбай аб вызваленні ад збору на кампенсацыю дзяржаўных расходаў сюды звярнулася крыху больш як 100 чалавек, 60% з якіх ўжо атрымалі станоўчыя адказы. Па словах Рыгора Шлыка, галоўная задача праведзеных прыёмаў грамадзян – маніторинг пытанняў, якія хвалююць жыхароў рэгіёна. Жыллёна-камунальнае хазяйства вопросы, земельныя споры, трудоустройства. Трудоустройства, конечно, больше обращались, это в городе Гомеле, имущественные споры. Как в Будакашалёве, так и в Гомеле было несколько обращений по возвращению вкладам, которые были в советское время положены нашими гражданами. Также значительную часть занимали, особенно в городе Гомеле, это судебное решение. Вот. Но по судебным решениям, сразу бы хотел подчеркнуть, администрация президента в соответствии с законодательством не имеет права вмешиваться в судебные постановления. Як чакаецца, доходы бюджету Гомельской области и усіх районов у гэтым годзе досягнуць 2 336 000 000 рублёў. И больш як 517 мільёнаў, ці амаль чвэрць гэтай сумы, складуць падаходныя падаткі з фізічных асоб. Фінансаванне дзяржаўных расходаў – тэма нашага наступнага матэрыялу. Олег Сенцеров пацікавіўся, на якія мэты будуць накіраваныя сабраныя сродкі. Як і ў папярэднія гады, бюджэт Гомельскай вобласці сёлета сацыяльна арыентаваны. Каля 70% расходаў накіроўваецца на ахову навакольнага асяроддзя, аказанне медыцынскіх і адукацыйных паслуг, дапамогу сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, развіццё культуры і спорту. Пэўная датацыя атрымае і Гомельская абласная клінічная бальніца, галоўная медыцынская установа рэгіёна. Штогод тут праводзіцца больш як 17 тысяч аперацый. Каля 40 тысяч пацыентаў праходзяць курс лячэння ў стацыянары, яшчэ да 30 тысяч амбулаторна. Тое, што для саміх жыхароў Беларусі лічыцца без платным, для бюджету вельми значные сродки. До речи, сбор на финансирование державных расходов у померы 360 рублей, які предугледжены декретом номер 3. Это кошт усяго только 5-дневного знаходжения у звычайной палате. В январе месяце текущего года средняя стоимость одного дня пребывания пациента в стационаре в нашей больнице составляла 76 рублей. При средней длительности пребывания пациента в стационаре 10 дней в этом месяце стоимость лечения пациента составила 760 рублей. Надо сказать, что, допустим, один день пребывания пациента в отделении интенсивной терапии и реанимации стоит 510 рублей. А такие рутинные, обычные операции, часто выполняемые, как удаление желчного пузыря, грыжа, сечение, стоит больше 50 рублей. Один из самых значных артикулов расходов – финансирование системы эдукации. Сегодня на эту сферу плануется выдаткать больше 28% консолидованного бюджета. Самая первая школа при торфозаводе в Гомельском районе была открыта 85 годов тому. Сучасный будинок сдаден в эксплуатацию в 2006-м. Зараз тут учится больше 350 детей. Непосредственно с этого поселка, а так само 4 інших вёсок. Пакуль занятки у школе проходят у одну змену, але с наступного навучального года у торфозаводской школе плануют перейти на двухзменный режим. Такие планы тлумачатся ростом колькости детей у поселку. При этом, не глядя на относную близкость Гомеля, никто из батьков переводить детей у городские установки
такого намеру не выказывает. Кажуть, что задовольняя усе от якости научания до харчевания, при том, что стравы в школе бесплатные и оплачиваются с бюджетом. Сирот инших артикулов бюджетных расходов, затраты на коммуналку, зарплату наставникам, подвоз наученцев на школьном автобусе и оздоровление. Правда, у старших классах наученцы дают перевагу заняткам, а не поездкам у санаторий. У администрации установы означают, что частные выпускники, ориентованные на тримание конкретных профессий с наступным обовязковым працевладкованием. Быть запотребованным и досягнуть у житті певных вышень сегодня это престижно. Старшеклассники, они уже практически, как я уже вот знаю, они уже выбрали свой путь, они выбрали себе уже дорогу, куда они будут поступать, и целенаправленно к этому готовятся. Это кому, конечно, этому способствовала сегодня работа и классных руководителей, и работа сегодня в коллективах всего учреждения образования. Зрозуміло, податки люди платять без особливой радости. Разом с тем, собранные сродки накировываются на финансирование тих мероприемств, которые реализуются в интересах самих людей. Значно больше станно и выгодно иметь державные школы, больницы и дороги и отчувать себе при этом социально обороненным. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Амаль 108% замест 105. Гомельская область по выниках минулого года перевыконала один из главных прогнозных показчиков социально-экономичного развития – экспорт товаров. Выники внешнеэкономичной деятельности региона и задачи на этот год разглядались на посяджении облвыконкама. У минулом годе экспортные поставки мясомолочной продукции на российский рынок были обмежованы. Как известно, в последний час такая проблема возникает не упершиню, але отставание по внешнему гандлю в этой не было нивелировано поспеховой работой приватных организаций. Темп экспортного росту тут склал 120%. Что тычется промысловых гигантов региона, белорусского металлургичного завода и Беларуснафты, то их внешнеэкономичная деятельность была меньше продукционной, чем год тому. А вот Гомсельмаш, наоборот, сдолил нарастить поставки за мяжу амаль на 40%. Меньше удало спрацевали по экспорте послуг. Хуже складывались у нас ситуация с экспортом услуг. Здесь у нас три есть предприятия крупные, которые занимают 40% экспорта услуг. Они сработали с очень низким темпом. Это Западтранснефтепродукт, который занимается перегонкой нефтепродуктов из Российской Федерации. Это наша известная компания «Дельта», которая, к сожалению, снизила свои услуги в Российской Федерации. Это «Риэлпорт», который снизил транспортные услуги. Но если рассмотреть в целом работу всех остальных, почти 1000 предприятий, то и без этих трех, то мы бы сработали с темпом 105,4. То есть это говорит о том, что все остальные работали достаточно успешно. На гэтым тыдні віншаванні прымалі прадстаўнікі моцнай паловы чалавецтва. На Гомельшчыне адбыліся святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Ва ўсіх раёнах вобласці ля памятных месцаў прайшлі ўрачыстыя мітынгі. Віншаванне ветэранаў, ускладанне кветак да помнікаў і мемарыялаў, канцэрты. Пра тое, чым запомніўся гэты дзень у горадзе над Сожам, рэпартаж нашых корэспандэнтаў. 23 лютого – святочная дата, якая символизует боевые традиции поколений, гонор и удячность усім, кто змагался за незалежность и свободу. Это данина поваги и тем, кто сегодня демонстрирует свою отданность и верность айчине и военной присязи, забеспечивая территориальную целостность и безпеку нашей краины. У Гомеле святочные мероприемства, примеркованные до Дня оборонцев айчины и узброенных сил Республики Беларусь, разгорнулись ля памятных мест, которые являются символом мужности и героизму наших земляков. Подчас митингу на аллее героев гучали ширые слова удячности у адрес тех, кто в годы Великой Айчины отвоевал у ворога свободу и незалежность. Хвилиной молчания узгадали и тех, кто не дожил до Великой Перемоги. По доброй традиции святочные мероприемства прошли и для кургана славы. Это место уособляя соправдный гонор за военные подвиги наших земляков. На протягу 11 годов тут ладится громадянско-патриотичная акция «Беларусь – земля славы ратной». За этот час курган славы пополнился землей амаль с 300 героичных местцев. Узгадали сторонки военной истории каля помника народным ополченцам. Удельники митингу усклали вянки и кветки до мемориала, отдавши данину поваги советским воинам и мирным жыхарам, які загинули у годы военного лихолетия. Дорогие ветераны, ветераны вооруженных сил, военнослужащие, личный состав гарнизона города Гомеля, Гомельского региона, все, кто служил, кто имеет непосредственно отношение к службе. Спасибо вам за ту нелегкую,
но почетную службу, которую вы выполняли на благо нашего государства. Сегодня мы чествуем всех военнослужащих, посвятивших свою жизнь ратному труду. С благодарностью вспоминаю ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий горячей точки планеты, наших земляков. От лица всей молодежи хотелось бы пожелать доброго здоровья, счастья и благополучия. С праздником, уважаемые защитники Отечества! Наибольш масштабное урочистое мероприятие, присвеченное Дню оборонцев Айчины и Узброенных сил Республики Беларусь, у Гомеля разгорнулось на площади працы каля мемориала «Вечный огонь». Отдать данину памяти солдатам, которые с годностью выполнили свой воинский и громадянский обовязок, але, на жаль, не дожили до великой перемоги, собралась великая колькость людей разных поколений. Для братской могилы советских воинов и подпольщиков, керавництва в области и города, ветераны Великой Айчины войны и Узброенных сил, представники войсковых подразделений, працовных коллективов и громадских организаций, а так само молодь. У каждого из тех, кто пришел сюда, свои думки, однако единая мета – заховать память славного подвига. Хотелось бы поздравить всех ветеранов с праздником 23 февраля, Днем защитников Отечества. Также весь Гомель, Гомельскую область, где мне выпала честь служить. Пожелать всем счастья, благополучия, чтобы их мечты сбывались. Поблагодарить еще раз ветеранов за их яркий пример, за мужество, проявленное все время, и непосредственно еще раз за тот пример, которым мы, нынешние защитники Отечества, пользуемся и вдохновляемся своей службой. Зараз службу в Узброенных силах краины проходит около 5000 жихаров Гомельской области. Догледженная форма, начищенный обуток, миновито так выглядая солдат, готовый оховывать спокойное житё жихаров краины. Кожную раницу хлопцы начинают с построения, распорядок дня напруженный. Боевая и спортивная подрыхтовка, строевый крок, занятки у классах. У редкие вольные хвилины у молодых солдат застается час, как почитать газету, поглядеть телевизор, типа спевать под гитару. Яфрейтеру Евгену Маслу до закончения службы застается несколько месяцев, а проведенным часе у армии не шкадуя, а означая, что за короткий термин изменился, помужнел, стал дорослым и самостоятельным. О службе в армии не стоит жалеть. Армия делает из парня настоящего мужчину, а служба во внутренних войсках налаживает определенную ответственность на гражданина, учит правильно защищать родину, ценить друзей, которые рядом, которые находятся здесь. На территории войсковой части 55-25 зараз проходит службу больше, как 300 человек. Это соправдные мужчины, верные присязи и воинскому долгу. Для их людей у погонах веншаванне со святом 23 лютого николи не будут формальностью. День оборонцев Айчины – усенародное свято мужности, доблести и гонору. Яно увасабляе пераемность поколений и непорывную сувязь нашего героичного минулого, стабильной сучасности и мирной будучыни. Уроки войны и их наступствы не забываются, и менавіта гэта дозволяя нашей Беларуси заховывать гоноровое звание миролюбивой державы и быть прикладом для інших народов и краин. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель». На гэтым тыдні на Гомельшчыне адзначылі бадай самае смачнае свята года – масленіцу. Па традыцыі вясёлыя і відовішныя народныя гулянні разгарнуліся ва ўсіх раёнах горада над Сожам. Адрозніваліся яны асаблівай разнастайнасцю і арыгінальнасцю. Падрабязней аб гэтай і іншых падзеях – культурны агляд Веранікі Варашылінай. На гэтым тыдні жыхары і госці абласнога цэнтра мелі магчымасць пазнаёміцца з традыцыйнай беларускай культуры. Мерапрыемства суправаджалася цікавымі экспазіцыямі і музычнымі выступленнямі. Цалкам акунуцца ў атмасферу самабытнай беларускай культуры наведвальнікам дазволіла выступленне музычнага фолк-праекта «Ягорава гара». Артысты імкнуцца раскрываць сучаснай моладзі глыбіню старажытнай народнай музычнай культуры і перадаваць прыгажусь традыцыйнай манеры народных спеваў. У сваёй творчасці музыканты выкарыстоўваюць пераважна традыцыйныя народныя інструменты. Гуслі, цымбалы, бубны, флейты, жалейкі. У Гомельскім дзяржаўным каледжы мастацтваў імя Сакалоўскага адбыўся трэці абласны конкурс юных музыкантаў «Музыка дзіцячай душы». Удзел ім прынялі дзеці-сіроты і дзеці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. На конкурс прыехала 20 юных талентаў з самых розных куткоў нашага рэгіёна. Яны выступалі ў дзвюх намінацыях – вакал і інструментальная музыка. Сярод дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі ёсць вельмі таленавітыя, якім творчасць і вера ў свае сілы дапамагаюць пераадольваць жыццё. У Гомелі на гэтым тыдні ўпершыню прайшоў турнір па сучасным баі на мячах. Гэтае незвычайнае спаборніцтва разгарнулася ў Палацы культуры фестывальны. Гледачы ўбачылі паказаць
вокзальные бои с уделом гомельских клубов исторической реконструкции. После этого всем жадающим пропоновали самостоятельно поспоборничать на тренировочной зброи. У специальных фотозонах можно было примерить доспехи и сфотографоваться с рыцарями. Для глядачов так само были подрихтованы интересные конкурсы с призами и подарунками, выступления танцевальных коллективов и светловое шоу. Веселые видовищные народные гуляни, примеркованные бодай до самого смачного свята года масленицы, по традиции разгорнулись во всех районах города над Сожем. Программа была насыщена сапраўды цікавымі мероприемствами. Выставы народных умельцев, гульнявые и забавляльные пляцовки, силовые турниры, майстер-классы и концертные программы. Головным пошастунком свята для гамяльчан в этот день, безумовно, з'являлись смачные блины разных форм и померов. Не обошлась урочистость и без традиционного масленичного слупа – Вання пудзіла зімы і, вядома ж, радаснага вяснога настрою гараджан. Вероніка Варашыліна, телерадыёкампанія Гомель. Сёння праваслаўныя вернікі сустрэлі дараваную нядзелю. У гэты дзень прынята прасіць адзін у аднаго прабачэння. Зрабіць гэта значыць увайсці ў вялікі пост з чыстай душой, без віны перад блізкімі. Пра гісторыю праваслаўных традыцый, правілы і паслабленні вялікага посту нашаму корэспандэнту Ганні Кавалёвай у актуальным інтэрв'ю распавёў епіскап гомельскі Жлобінскі Сцяфан. Владыка, здравствуйте. Добрый день. Вот сегодня беседуем в особенный день. Сегодня прощенное воскресенье, и многие друг у друга в этот день просят прощения. И в том числе невоцерковленные, и даже, вот, казалось бы, люди, которые к православию не имеют никакого отношения. Ну вот поясните, хотелось бы узнать с религиозной точки зрения, в чем суть этого дня? Да, сегодня мы с вами вступаем в Великий пост. И это воскресенье, сыропустная неделя по церковному календарю, она еще называется прощенное воскресенье. Когда человек друг у друга просит прощения за какие-то содеянные друг против друга грехи. Но святые отцы говорят, что суть не в том, чтобы попросить прощения, а суть в том, насколько ты прощаешь своему ближнему или дальнему человеку его прогрешение. То есть прийти и просто сказать «прошу прощения» — это пустой звон. Надо бы, чтобы душа человека располагала дать прощение другому человеку. И вот только в таких обстоятельствах это будет верно. А скажите, есть ли какая-то, скажем, история появления или история установления вот этого дня? История такова, что это появилось в первых христианах, еще в первые христианские века. И когда уже церковь образовалась, как мы сегодня видим, церковную структуру, тогда вошло в жизнь церковную, в это воскресенье, просить друга прощения. Ну вот буквально завтра вступаем в Великий пост. Расскажите, в чем, собственно, его величие? Я так понимаю, что речь не только о сроках, правильно? Великий пост – 7 недель длительность его. Суть Великого поста, чтобы христианин подготовил себя к принятию воскресения Христова. Ну вот, предположим, человек никогда не постился и впервые в жизни решил это сделать. Скажите, на что следует в первую очередь обращать внимание вот в это время? И что в первую очередь следует знать? Ну, наверное, надо начать с того, что для первых людей, которые впервые входят в Великий пост, надо понимать, что пост состоит не только в том, чтобы не вкушать скоромной пищи. Пост состоит еще и в духовном осмыслении, в духовном воздержании. Наверное, можно бросить такие привычки, как курение, как матерщина, как озлобленность, как осуждение. И мы должны как можно более быть сконцентрированы в личности, в своей. В первую очередь видеть бревно в своем глазу, а потом уже и сучец в глазу ближнего. Вот, наверное, суть сводится к тому, что в первую очередь человек за все эти 7 недель должен подойти осознательно с верой в воскресение Христова и с покаянием. Потому что если в сердце есть в нас прегрешение, в такое сердце Дух Божий не войдет. Ну вот говорят, в каждом правиле есть исключение. Применимо ли это к правилам Великого Поста? Есть ли какие-то канонические послабления? И вот, собственно, кто их может применить для себя? Конечно, в сегодняшние дни нельзя применять ко всем людям, что вот пост, что нельзя вкушать там ни рыбу, ни масло подсолнечное, вот, ограничивать. Есть сегодня люди, которые у нас болеют часто, есть люди, которые беременные в церковь ходят, они должны
поститься соразмерно своим силам. Ни в коем разе нельзя делать так, что вот мы постимся сегодня, начиная с первого дня поста, не вкушаем даже постного масла, а к концу поста нас забирает скорая. Нам плохо, потому что наш организм, он не может понести такой тяготы. Так вот, лучше пусть будет у нас больше духовного поста, нежели телесного. А телесный пост, он только подкрепляет, дает нам стимул поститься духовно. Что ж, спасибо вам большое, что нашли время. Спасибо вам за интересную беседу. Я очень благодарен за такую нашу встречу. Благодарю нашим телезрителям, которые смотрят эту передачу. И хотелось бы пожелать, чтобы мы постились в меру своих сил, чтобы пост был для нас рассудительным, и пост был покаянным, и пост был с молитвой и с благими делами. Потому что тот же апостол Павел говорит нам, что вера без добрых дел мертва есть. Так вот, пусть добрые дела сопутствуют нашему посту. Гэта, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomil.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенко. Усяго вам добрага і да новых сустрэч у эфіры.